Томская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Депутаты городского совета – это те люди, которые знают практически все, что происходит в городе. Но не всегда говорят об этом. Ну а говорить мы будем прямо сейчас о туристическом сезоне, о 3 миллионам посетителей Одессы. У нас в гостях депутат Одесского городского совета Олег Звягин. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям, у нас по-прежнему открыты линии для голосования. Спрашиваем вас сегодня о следующем. Одесские фасады, падающие в дождь. 3 варианта ответов. Редкий случай, постоянная проблема, я живу в новострое. Итак, собственно говоря, 3 миллиона человек посетило за этот сезон. Верится в эту цифру или нет? Мне легко верится, я уверен, что она может быть даже и больше на самом деле. Потому что я бы считал еще тех, практически все люди, которые приезжают в Одесский регион, они посещают все равно и Одессу. Но это не туристы. Ну, это туристы, а как же? Те люди, которые приезжают, все, кто приезжает из-за границы, все, кто приезжает на отдых, ну, это все равно туризм. Есть бизнес-туризм, есть туризм для отдыха. То есть это все равно туристы. И я считаю, что в этом заслуга, в том числе, вот программы развития туризма, которую мы приняли еще в 2016 году, и она дает свои результаты. Видно действительно, что улучшаются и некоторые туристические направления, но улучшаются... Например, Воронцовскую колоннаду бетоном заливают. Улучшили. Ну, вы знаете... Улучшили. Извини, да, улучшили. Да, смотрите, на каждый год запланировано примерно 4 миллиона гривен на то, чтобы на развитие туризма. 16, 17, 18, в этом году тоже 4 миллиона планируют потратить. Что это такое, на что это тратится? Хотелось бы понять, да, на что это тратится. В этом году впервые борды с приглашением в Одессу появились в столицах, в некоторых столицах Европы. И появилась также статья в журнале National Geographic, на сайте National Geographic статья про Одессу. После этого проводятся форумы, которые, то есть Одесса участвует в туристических форумах различных, в туристических выставках. Уже с этого года Одесса принимала в иностранных выставках 12 раз принимала участие. Такое дорогое участие, 4 миллиона. Ну, это деньги выделяются не только на это, там целый список, на что выделяются средства. Ну, к слову сказать, иностранные выставки достаточно дорогое удовольствие. Да, конечно, дорогое. У них и за участие, и за оформление стендов. Ну, там еще помогают, это не только городской бюджет помогает с этим, еще и частные компании, которые также представляют там некоторые отельные, сети отелей, точно так же помогают. Я был на такой выставке, ну, правда, не за границей, был в Киеве, где был представлен наш город, наш регион Одесской области. В марте месяце проходила точно такая же выставка будет еще осенью в Киеве. Ну, вообще, вот выставки дают свои результаты, потому что очень большое количество людей и бизнеса посещает их, и туристические компании могут спокойно познакомиться как с принимающими туристическими компаниями, так и с отелями, для того, чтобы наладить какое-то бизнес-сотрудничество, для того, чтобы привозить людей к нам, и мы в том числе могли привозить людей в другие страны. Какие в Одессе присутствуют мировые сетевые отели, вот с мировыми именами? Ну, я не знаю. И таких, я не знаю. Да, скажу, таких нет, нет. Да. И да, я их не нет. Их реально нет, и, к сожалению. Но был единственный Кемпинский, и тот сдулся, извините. К сожалению, сезон, туристический сезон в Одессе высокий. 365 сезон. Дней в году, ну, если верить, смотрите, Татьяне Марковой. Это действительно правда, но, к сожалению, мы не можем обеспечить, чтобы 365 дней в году отели были заполнены. Поэтому есть разные причины, в том числе самая главная причина – это то, что климатический пояс не тот. Если бы мы были хотя бы в климатическом поясе Турции, то, конечно, у нас был бы сезон, высокий сезон уже был бы 6 месяцев в году. Когда ведь и Одесса большие... это не только курорт у моря.
Ну, смотрите, мы ведь хотим себя позиционировать как культурная столица, гастрономическая столица, образовательная столица и так далее, и так далее, и так далее. Так и есть. Приезжают люди с различными интересами, не только отдохнуть на море, но и также посетить экскурсии, музеи, узнать о городе что-то, ну, побольше. В Париж но едут в любую пору года. Но в том числе Одесса привлекает своим положением возле моря, и по моей оценке все равно у нас там на данный момент 90% туризма – это внутренний туризм. Ну, вот к морю едут абсолютно верно. Да, внутренний туризм, да, и бывшие страны СНГ. Ну, бывшие страны СНГ ограничиваются на данный момент Белоруссию и… Приднестровье не страна. Это не страна, да, Молдавия. То есть, к сожалению, у нас не такой большой процент именно иностранного туриста. И вот сейчас, почему? Потому что, во-первых, мы еще до сих пор у них, как Украина вообще в целом, до сих пор еще в таком как сером списке, в которую приезжают с опаской, потому что на востоке страны идет война. Ну, это логично в целом. Да, и хотя у нас в городе спокойно, мы видим, что огромное количество туристов приезжает, в том числе внутренних, 3 миллиона туристов вообще приехало. То есть это большие цифры, и я считаю, и те, кто приезжает к нам, вот приезжали, был футбол в Одессе, когда Луганская Заря со шведами, так приехало больше 1000, даже или 2000 человек шведов, которые... Ну, они приехали поддержать свою команду. Да, они приехали поддержать свою команду, но они гуляли спокойно по городу. Они ездили на экскурсии, они... Абсолютно верно, если бы в свое время нормальные условия предоставили донецкому «Шахтеру», он бы тоже базировался в Одессе. А может донецкий быть. «Шахтер» участвует в гораздо более высокого класса турнирах. Абсолютно верно. Да, да. И проводит больше матчей, шансов пройти дальше это уже коммерческие условия, то есть, наверное, не подошли, потому что мы знаем, что Черноморец это футбольный клуб частный, и повлиять как-то на владельца... А у нас есть государственные клубы, простите? Ну, я думаю, есть какие-то в аматорских лигах, каких-то не государственных, а местных клубов, которые или общественные организации создают, или... Ну, фактически частные. Или, да, они не совсем частные. Даже, по-моему, в первой лиге нет. Может, вторая, третья, но может не быть, суть. Да, не может суть. Быть, да. Я так сильно не исследовал, я думаю, что в каких-то там городах есть местные. Но ведь клубы. Все равно город мог включиться в переговоры для того, чтобы завести себе крупный футбольный клуб, необходимо, чтобы, наверное, руководство клуба вышло на руководство города и попросило, потому что есть клуб, наверное, который больше всего заинтересован где-то базироваться, и я считаю, что это сугубо коммерческие основы для того, чтобы договориться о том, будут они базироваться, об арендной ставке и так далее. Но ведь город бы получил дополнительных людей, дополнительных туристов, которые бы приезжали из Европы, видели бы Одессу. Вы помните, когда это было? Это было в 2014 году, когда это происходило, когда они искали себе... Это был 2015 год, если не ошибаюсь. Ну, уже в 2014 году они базировались во Львове. Ну, абсолютно верно. А потом, когда они хотели уезжать из Львова, они рассматривали Одессу. Может быть. Ладно, на самом деле... На самом деле мы сейчас имеем стадион, который принадлежит никому. Фактически. Фактически по нему еще идут суды. Про это я говорю. Да, по нему идут суды. А ничего, значит, находится... Он ухоженный, кстати, территория ухоженная. На стадион люди ходят, на Черноморье до сих пор. Да, мы с вами видели, к сожалению, какой газон. Ну, как бы это не всем относится. Это относится к туризму, но все-таки это в меньшей степени относится к такому туризму. Я считаю, что те средства, которые мы направляем, я даже думаю, что стоило бы направлять больше, потому что они возвращаются городу в намного большем объеме. Если мы, на самом деле, позиционирование города как туристическо-привлекательного региона и показывать о том, что у нас спокойно, у нас безопасно, у нас интересно и, возможно, отдохнуть не только летом. У нас получается это показывать? Да. Сезон покажет тем туристам, которые планируют на следующий год приехать к нам, что у нас хорошо.
Я думаю, да. Те, кто был в этом году в Одессе, я уверен, что они уехали от нас с позитивным мнением о городе. Во всяком случае, те люди, которые приезжали ко мне, я думаю, те знакомые, которые приезжали к вам или к другим одесситам... Ко мне, слава богу, не приезжал никто. Ну, знаете, приезжают и живут. Я думаю, что у нас сейчас впереди полгода не отдыха, а подготовки к новому сезону. И мы будем говорить об... в дальнейшем и о дорогах, и о фасадах, и о внешнем виде, и о памятниках, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вы как депутат не расслабляйтесь, мы вас все время будем звать. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Олег Звягин, депутат Одесского городского совета, был нашим гостем. Подведем итоги голосования. Давайте. Вопрос сегодня звучал так. Одесские фасады, падающие в дождь. Редкий случай, считают 14% дозвонившихся. Постоянная проблема 64%. Живу в новострое 22%. Информационные итоги этого дня подведет Елена Еремеева. Мы прощаемся с вами до завтра в 14.00. Думская ТВ, как всегда, начнет свою работу в прямом эфире. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго, до завтра.